Здорово, шофера, и мы продолжаем играть в City Car Driving. Сегодня у нас будут токсичные ночные движения на вот такой вот оперской Kia Optima 2016 года GT. Мод достаточно прикольно сделан, имеются экстры, я поставил штампы, тонированные передние фары. Тонировочка, конечно же, не пятаком. Только передние и задние. Задние фонари тоже слегка подтонировал. Блин, ну тачка, конечно, выглядит зачет. Я прям не фанат корейцев, но действительно, машинки есть достаточно красивые. И поиграть, покататься, потаксовать вполне себе в этой игре можно. По салону, друзья, выглядит тачка следующим образом. Все красиво, все проработано. Зеркала у нас нема, потому что у нас есть камера заднего вида. Сзади тоже все замечательно. Вроде как своим трекером я везде достал и посмотрел. Салон также меняется. Есть белый, есть там какой-то черный еще. Вот у меня, по-моему, черный. Не помню точно, не буду врать, ставил ли я салон или нет. Тонировочка по стеклу присутствует. Еще бы можно было стекла опускать, вообще было бы замечательно. Рулечек, все по кайфу. Короче говоря, для ночной езды нам просто будет за глаза этого автомобиля. И уж тем более, чтобы потаксовать, ведь тачка действительно мощная. Что ж, я ставлю ночь, и мы с вами начинаем таксовать. Всем приятнейшего просмотра. Итак, господа, я поставил таки ночь. Заводим тачку, на паркинге у нас стоит, естественно, автомат. Ну и для антуражу я выключаю свет, чтобы у нас было темно. Я надеюсь, вам все замечательно видно, в такой красной подсветке все будет происходить. В общем, пишите, зайдет вам или нет. Я могу убавить, могу прибавить, но оставлю на full. И, может быть, чуть-чуть подкручу потом в процессе монтажа все это дело. Итак, сейчас я выставлюсь как мне надо. В принципе, тут немножко заграждает тахометр, потому что есть выемки, как у меня на моем G27. Ну, это для удобства, чтобы было удобно хасанить, потому что тачка-то у нас ведь мощная. Я прошу прощения, ребят, небольшие технические заминки. Врубаем рубер, ставим все районы в мире и ждем нашего заказа. Ну а пока что выезжаем, потому что нам один хер выезжать только на одну полосу. Да, конечно же, мы берем. Так, здесь у нас эрочка, сразу же камерка, как видите, загорается. Мне засвечивает немножко красная моя подсветка, ну да ладно. Так, дэшечку ставим и погнали потихоньку. В этой тачке, пацаны, 245 лошадей. До 240 она разгоняется, но... Ну ладно, пацаны, ладно, немножко похасаним, чуть-чуть я позволю себе сегодня похасанить, совсем немножко. Знаете, ну, хасанаторство — это искусство, как вы знаете, и на такой тачке почему бы и не похасанить, совсем чуть-чуть. Ну давайте, ну ладно, ладно, я чувствую, что вы хотите это увидеть. Газ в пол. И тормоза, я даже в пол их не жал. Так, где наш клиент? А, нам нужно для него, я понял, проехать эту развязку. Окей. В прошлом ролике мы с вами катались на Ланосе, у нас там была механика, здесь у нас автомат. Я к автомату не очень-то привык на самом деле. Так, здесь направо и там развернуться, окей. Хочется, конечно, на механике больше поездить. Я думаю, в следующем ролике мы стопудово с вами берем какую-нибудь Приору, Гранту какую-то. Хочется моды от Хайзенберга попробовать, потому что моды у него реально крутые. А, нифига ты меня хочешь? Ты меня хочешь, короче, я понял, под статью подвести, да, чтоб я пешика сбил? А, нет. Зря я. Ну, тут, конечно... Две полосы, ну ладно, мы, я думаю, развернемся. Три полосы, да, почему нет, развернемся. Если бы было одна, две, то вряд ли бы мы это смогли сделать. Так, перестраиваемся.
Я, конечно, буду подтапливать, я не буду плестись совсем как старый черт. Я буду нормально наваливать, но в меру. Типа, 220 по городу я ж не полечу, правильно. Заявленный разгон, конечно, у нас 7,4 секунды. Этого хватит, чтобы нормально навалить. Ну а по тачке что, друзья, рассказать? Принципиально новая физика. Камера заднего вида. Капли дождя здесь присутствуют. Но я поставил просто влажную погоду, дождь я не ставил. Хотя, может быть, где-то пару пассажиров мы отвезем, и я навалю немножко дождика ночного осеннего. Зиму, конечно, рано пока ставить. Так, где у нас клиент стоит? На той стороне, что ли? Что-то я его не бачу. Походу, он за автобусом сныкался. Ух ты, чуть не врезались. Прикиньте, еще было бы весело. Кстати, я без фар почему-то лечу. А, вон он стоит. Окей, ладно, нам опять придется развернуться. Блин, ладно, нарушим. Что делать-то? Нарушим немножко. Блин, а фары-то ярко светят на самом деле. Хотя это у меня просто ближний. Интересно, что на дальнем будет. Так, вон наша клиентка стоит. Сейчас мы к ней подвалим. Дальше, что еще? Индикация КПП на приборке мы видим, да? Индикация отключения полного привода. То есть она у нас еще и заряжена на полном приводе. Но я тут ничего не включал и не выключал. По дефолту, я не знаю, стоит он или нет. Ну, наверное, стоит. Возможность заправки, само собой. Рабочая фишка — пыль из-под колес. Рабочая — вода из-под колес. Прицеп, грузоперевозки, пассажирские перевозки. Улучшенная подсветка номера. То есть, пацаны, здесь даже можно, короче говоря, перевозить грузы на этой тачке. Так, ты давай меня, клиента, не воруй, а, посад. Что-нибудь ваговское тоже хочется. Шкоду какую-нибудь, может быть, Шкоду Рапид. Мне Шкода Рапид просто в реале нравится. Я бы Шкоду Рапид взял попробовать чисто. Ну, тоже потаксовать там, порулить. Я надеюсь, вам, пацаны, заходят такие ролики по City Car Driving. Также видосы по ОМСИ тоже выходят. Можете ознакомиться, кому интересно. Перевозка людей в автобусах. Так, девочка к нам села, отлично, нам здесь налево. Так, ага, красный, я понял, резкое торможение, ничего страшного. Почему-то в нейтралку не скидывается, кстати. Только так, через передачу. Погнали, конечно же, будем нарушать, само собой. Все, ладно. Дальше по фишкам, что еще? Все стрелки и индикации полностью рабочие, но это понятно. Ух ты, блин, а мне надо было туда, да? Ладно. Вот это я, конечно, пролюбил поворот. Мразота. Ладно, сейчас на бабочке развернемся быстро, мы же быстро хасаним. Лайки пошли. Я думаю, мы тут ее это разведем, короче, на хорошую оценку в Рубере. Блин, я педальку чуть-чуть жму, и она уже бу-бу подрывает, короче, жесткая тачка. Сейчас мы за коровой пристроимся тут. Движение по маршруту, ничего, что я уехал вообще в жопу какую-то, блин, чуть ли не на трассу тебя увез.
Так вот, я когда-нибудь договорю по поводу всех фишек в тачке. Кстати, тачка от Хайзенберга. Хоть и звуки поворотников что-то мне здесь не очень нравится. Ну а так звуки, ну более-менее, ладно, нормально. Ну для такой тачки нормальные звуки пойдет. Дальше, что мы еще имеем? По экстрам. Тонировка полусферы, тонировка без лба, который я поставил, тонировка в круг, тонировка стекол фар, черные заводские диски, черные штампы, без номеров, Black Edition, такси, серая кожа в салоне, там также черная кожа в салоне есть. Так, давай-ка здесь правый ряд. Ну да, мы вернулись, короче, откуда мы выехали. В общем, тачка достойная, рекомендую покататься. Резкое торможение, ну что-то у меня тормоза тут реально чересчур какие-то. И также Патрик я все не могу посмотреть. Я в прошлом ролике говорил про Патрик. Хочу Патрика взять, но что-то вот. Ну что там, е-мое. Давай, идиоты, валитесь все с трассы нахер отсюда. Че, я там направо не могу, да, повернуть? Или могу? Потому что навигатор меня что-то ведет в круг почему-то. Хотя я могу здесь... Да, я могу здесь направо повернуть. Почему нет? Кто мне запретит? А нет, все правильно он мне говорит. Правильно. Сплошная же, я ж не смогу через сплошную это развернуться. Везде сплошные натыканы, жесть, а не город. Так что да, навигатор все правильно мне говорит. Ну блин, братан, оставил ты меня, конечно. На свету. Короче, у меня как секвенталка сейчас получается, что ли. Ну не резкое ускорение, блин, тебя честное слово, я на педальку жму вообще чуть-чуть, вот, вот миллиметр, а она уже у меня бэээ начинает лететь жестко. Ну ладно, в ноль, я думаю, мы сейчас сведем это аккуратненько, будем сейчас катиться, тихонечку, без резких движений. Подмигающе, ладно, мы успеем свалить с перекрестка. Ничего страшного. Такая она, блин, длинная баржа-то на самом деле. Ну как тут резко не затормозишь, если они тормозят? Поворотника. Я там не вижу зеркала, ну ладно, я надеюсь, тебе хватит этого. Все. Одна единица рейтинга. Что, пацаны, я думаю, еще двух клиентов мы с вами отвезем. Ну и как бы на этом хватит. Чем еще здесь заняться, блин? Да, кстати, предлагали в прошлом ролике прокатиться. Так, что я отстегнулся? Пристегнись обратно. Прокатиться на Fiat Ducato и повозить грузы. Да, пацаны, хорошо, я исполню ваше пожелание. В каком-нибудь следующем ролике. Да, повозим грузоперевозки, действительно. Посмотрю я Fiat Ducato, понравится, хорошо, возьмем, нет, нет, возьмем какой-нибудь спринтер, может даже дефолтный, и на нем повозим грузы, ну или какой-нибудь стримчик, может забабахаем, хотя я сейчас не успеваю даже, блин, просто стримы по ЕТСу поделать хотя бы в новом режиме конвой с пацанами.
Так, ну, в принципе, мы без клиента, мы можем тут и тапочку дать. Ушли, и все, у нас как будто не было. Ветер сдул просто. Да, отлично, с этой полосы мы можем повернуть на... Блин, а слушай, а оптика-то хорошо проработана, да? Ну, такой, да, нормально, нормально. Не, пойдет, реально пойдет. Класс. Блин, нормальная тачка, реально. Ну да, дело привычки. По тормозам и по всему привыкну, дело привычки, реально. Я толком не катался на ней, я чисто доехал до заправки, заправил ее, встал на парковку и вот этот ролик решил записывать. Я сильно, реально все красные, короче, собрал. Ничего не видно из-за тонера. Ах, ладно, бордюр немножко взял, ничего страшного. Давай, чувак. Да что вам вечно все, блядь, не так? Я не знаю уже, как подъехать-то. Тут же, я ж не в жизни, я ж не могу повыше там сесть, посмотреть, где вы. Чтоб аккуратно подъехать, не заезжая. Да куда, какой риск? Скорее мы даже не тронулись, братан. Просто шлифы и все. Это ниже. Ты ж. Ты ща, ничего страшного. Подумаешь, шлифанул батя Малеха на повороте. Ну че такого-то? Занимаем и полетели, полетели, полетели. Реально все красные наши, я не понимаю, почему так. Не, ну тачка явно не для такси, блин, с таким мощным мотором. Ну это реально. Что-то нас все по одним и тем же дорогам гоняют. Давай, давай, перестраивайся. Ого, заносит.
попадалово. Ёбаный в рот. Пиздец, пацаны все наскинули, поэтому я обиделся. Я везу этого чувака в лес, закапываю его. Я ничего не видел, и вы меня тоже не видели. Все, я уезжаю. Все, пацаны, давайте, короче говоря. Всем пока. Моего виртуального водителя ждет виртуальный срок, поэтому сори. Сейчас я увезу быстренько его в лес, закопаю, и все, на этом мы закончим. Если не убью сейчас, конечно. Жесть, пацаны. Жестко хасаним. Не каждый бумер так может хасанить реально. Все, короче, вон я там его под березкой сейчас зарою. И все, ладно, пацаны, я думаю, на этом стоит закончить наш хасанаторский ролик, потому что мы сегодня уже успели убиться. Не, реально, тачка не для меня. Как я говорил, меня прикалывают больше обычные тачки. Такие хасанаторские, прям жесткие, какие-то там с мощным мотором. Это не для меня, пацаны, нет. Я старый человек, зачем мне это все? Я люблю попроще что-то, простые тачки. Ладненько, пацаны. Надеюсь, порадовал вас свежим роликом. Всем огромнейшего удачи. Всем счастливо. Подписывайтесь на все соцсети и смотрите прошлые ролики. Не болейте. И всем покедов. Держите кулачок.